Денис, а чем меня делать бобо? Бобо, каким образом? Кулаком. Вот, смотри. А, хочешь кулаком, смотри. Стой. Подходишь вот так вот, делаешь... Блять, не получилось, стой на месте. Я тебе сейчас покажу бобо. Не, ну дайте покажи, потом я тебе расскажу. Дайте покажу. Сука. Нет. Кто не двигается? А, ну теперь да. Начинаю сетап, пацаны. Да, давай. Все, да, теперь ты мой ублюдок. Стой! Блять, и конечно это будет где-то в пустыне. Да. А есть вертолет у кого, ел? Нет, теперь только на байках. Серьезно, подождите, я, может, самолет свой вызвал. Так мы можем вчетвером на байках доехать. Поехали на байках. На байках атмосфернее. Да. Гоу меня, Роб. Голосуй за меня, Роуд Кэптон. А меня сержант от Армс. Четыре вызвал, блядь. А я не могу. Можешь. Кто Роуд Кэптон? Я. Илья. Илья ли я или нет? Где вы, овцы мои? Я жду вас по дороге чуть-чуть. Подальше. Шлем. Ты, у тебя шлем поменял? Погнали, да. Еще бы FPS 2 не было, было бы так классно. На туре, чё за жесть? PlayStation, мать твою, Pro, ну что за кала кусок, ну вообще. Это не PlayStation Pro дело, это в том, что... Антон, ты сейчас будешь меня, блять, ублюдок, я один упал. Все, тебе пизда, тебе просто пизда, пацан. Так мы долго ехать будем. Ну ты меня не пинай, блин. Погнали. А, бля, я думал, Я думал, Данил упал, я начал угорать и... Да. Короче, Денчик, я думаю, догоним, да? Блядь. Заебал. Ну, наверное, давай. Хуёвый из тебя байкер, Денис. Поэтому я и не гоняю на байке, у меня fuck off war machine есть и все. Да. Вообще байку вылетел. Вот так вот, меня не подождали? Меня не подождали. Ну спасибо. Я думал, ты меня подберешь. У меня one zero, я не могу тебя подобрать при всем желании. What the fuck? Сейчас, подождите, у меня тут клитус стреляет, мне нужно разобраться. Кто у тебя клитус стреляет? Пацан. Клитус стреляет. Смотри, вот этот дебил, блядь. Как знаешь, бывает в ухе жужжит. Клитус стреляет. Ну подожди. Что это, родночное имя? Иди нахуй. Иди сюда. А мы едем уже. Успокойся. Клитус — это роднеческое имя, которое типа вообще инбред, пастатик фак. Сука, блядь! Серьезно. Чувак, не поверишь, меня Антон пихнул, а я пихнул себя. Такой пиздец. Конечно, Антон во всем виноват. Антон, перестань меня пихать, Антон, я тебя заебал. Антон, ну вот что ты делаешь, блядь? Нихуя, я там что-то пошло не так. Что, почему вы тут? Сука, да мы заебали. Иди сюда, тварь. Да уж. Пошел нахуй. Сука,
Да почему все на меня? Ну что происходит? Ты что, самый неприятный? Ты такой неприятный. Да в чем проблема? Что, вот почему? Блять, киса нахуй! Блять, еще тут киса хуйню делает! Блять! Серьезно, это одна тачка всего? Вау, wow, that was quite a ride. For fuck's sake. Друзья, поехали как люди. Вау. А знаешь, какой я могу сейчас другой формейшн сделать, чтобы ты рядом со мной мог? Да? Давай. Это всегда здорово, когда толкающийся чувак едет рядом с тобой прям. Да вы заебали, я ни разу никого не толкал, это все вы. Да, да, да. Данил, расскажи ему, кто там кого не толкал. Мне кажется, да, ты вообще все начал. Подожди, Илья, а ты персонально настроил лично мне, или ты можешь типа всем сказать рядом ехать? Нет, это на всех. Йо, не надо всех рядом держать. Интересно, на тачке могу формейшн принимать участие? Что довольно медленно. А потом говорят, что я всему вина, ну да. Да, вот это видите, слышите стрельбу, бальбу, полицию, это мой этот. Это. Сын. Да, это мой. Это Коленька. Из школы вышел, уроки закончились. На туре тут никого нет. Так. А подожди, Антон, а ты в Форджере нанимал, что ли, персонал? Тебе тоже там нужно? Ну я... Нет, там сначала бабушки сидели, но я нанял дополнительных бабушек, чтобы было весело всем бабушкам. Прикольно. Ну это кокаин, блядь, к нему, что ли, особый подход нужен, это очень странно. Не, у меня и производство марихуаны вроде бы тоже. Хуй знает, может быть, позже появится. Что пошло не так? Блять. Где мой мотоцикл? Блять, Антон, съебись нахуй. Empty personal vehicle, сделай. Ну да. Сейчас разгонишь, подожди, подожди, надо разогнаться. Не, он останавливается очень быстро. Ну блин, ну не круто. Можно принести его обратно? Тут все нахуй разлетели. Чё пошёл? А, я пошел, пацаны. А вы тут стреляете, убиваете, давай. 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 Нет, нет, не приближайся ко мне, нет. Блять. Ты мили килл ми, кант. Ебать, Антон неудобно вышел из этого, из блядского клуба. Ты меня убил. И говорю, что... Бля, Богдан, ты задался, я ничего делаю. Да, вы же его вроде... Вы лодку уже взяли, да? Да. Бля, вот там ковшами, что ли? Он же типа оказался добрым. Богдан, да, у нас катстан. Хуёво, всё пропускали. Кто такой Богдан, я что-то не понял. Ну, генерал на подводной лодке. А, я что не так с людьми нахуй? Там же был типа сюжетный финт, что русские главная проблема, а потом оказалось, что не русские. Пацаны, тут пацан читерит, блядь, это пиздец. Я еду на машине, он появился прям передо мной. Я не увидел, он начал по мне стрелять. Я его объехал. Он сейчас еще раз передо мной появился. Что это за жесть, блять? Что это за жесть? Как это возможно?
не знаю, он нажимает, он уходит в pause menu и просто читерит, и просто, блядь, телепортируется. Окей, я его убил, но это просто катастрофа какая-то. Я вижу, он нажимает pause и уходит. Господи, я ненавижу это комьюнити, блядь. Давай сделаем на него репорт. Да, репорт, его зовут... Yes. Вот я его обогнал. Откройте карту, вот просто откройте карту. Посмотрите на меня. Просто понаблюдайте сейчас за мной. Да, не уже плохо сделал. Илья, ты можешь посмотреть на карту? Сейчас, подожди, дай. Могу. Ты можешь там нажать на тачпад, оно поменяет вид. Просто, блядь, невозможный кэнсер, блядь. Ты пригласишь, Даня? Нет, блядь, у меня тут пиздец. Какой приглашу? Нет. Вау, это просто отвратительно. Как его зовут? Yes, 14. Пиздец. А, подожди, Денчик, так ты, блядь, даже не со мной в банде, сука, я миссию начал. Красавчик, ты, походу, не думаешь. Я разъебал опять. Блядь. Ну, это случается once in a while, поэтому нормально. В следующем апгрейде сделай, пожалуйста, крышу на тачку. Я не думаю, что там такая есть. Меня больше всего беспокоит, красится она или нет. Она красится, и там бы... причем есть такие камуфляжи. Да, пизда, тогда пизда. Я ее бы хотел в черном цвете видеть. Ну просто видишь, еще не заморачивался. Там, подожди, там какой-то чувак подъехал, прям на точке стоит. Ну ему пизда, мы сейчас ему сделаем бугага. Он на такой же тачке. Все, хуйня, будь готов. Он на инсургенте ебашил. Я развернусь, чтобы он меня не убил. А меня-то он, блядь, не убьет, думаешь? Скушай броник, скушай, скушай хп, пока мы его обижаем. Бать, он меня аж остановил своими пулями, ты прикинь? Я его убил. Мы миссию выполнили. Ты его убил? Я его убил, чувак. Каким образом это вышло? Пистолет. Охуеть. Он в меня... Ну, надеюсь, что я просто попадал, а ты его добил. Он в меня так стрелял, что он меня аж замедлил. Прикинь, от инерции пуль у меня аж машина остановилась немножко. Ну нихуя мы крутые так, там вообще выжили вроде инсургента, он получше. На какую-то штуку, и тебе абсолютно неинтересно. Ничего? Ты видишь, да, какой спокойный? Блять, ну нет, ты все-таки добил. Я тебя так засейвил, пацан. Пробуй назад сесть. Назад тоже, наверное. Блядь, ты что шутишь? Ну видишь, мне саму тебя тяжко. Сзади тоже, наверное, весело. Я их обгоняю, и ты стреляешь прям по ним. Чувак, не весело, потому что ты чувствуешь себя анусом. Ты нет. Типа смотришь только на сзади. Сядь, давай. Блядь, попробуем. И тем не менее я сел назад. Давай попробуем. Сейчас мы их четко, знаешь... Так-то я могу в любую сторону повернуться, а тут считай только в жопу стрелять. Я понимаю, сейчас мы их классно обгоним, мафия стайл, и ты прям по водителю будешь. Ну только это не пали нас, мы тихо подкрадемся, как мафия, и прям... На незаметной машине. Вообще, бля, помнишь, как сегодня мы Куруму преследовали? Мотоцикл Авентадор. И огромный джип военный. Да, и просто пацаны стелсуют и прям стояли посреди улицы, просто смотрели на него. Да, это было смешно. Fuck off, guy.
Да, еще постреляю по нему. Он перевернулся обратно, вот сука. Да. Бля, пацан, я за этим типом еле могу угнаться, если честно. Он, походу, на его заскукали, и он теперь угоняет. Да? Вот он, давай. Неслась. Мафия стайл, блядь, я кто-то подрезал. Что, блядь, он? Он меня убил! Мафия стайл, ты в океан едешь? Ты едешь в океан? Ты еще и выпал. Чувак, это жестко. Чувак, это очень жестко. Давай уж не будем выебываться, давай вызовем вертолет. Что мы его не догоним сейчас. Прикрой меня от полиции, пожалуйста. О, она за тобой приехала, заебись. Тебя прикрой от полиции. Не разрывай, блядь! Поехали, 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 пацан, поехали. Не трать патроны, не трать деньги.
Просто ему рассказал, что я проебал все и все. Ну короче, ты знаешь, что рука? Я вокруг этой лопасти хожу такой, блять, Антон прям ам. Так я на крышу залетел, вообще нормально. Первый раз сейчас будем продавать сет из 4 машин, молодежь. Should be epic. Knowing your luck. Epic is the Блять, вот кстати и офнись. И сыграем сейчас... в игру. Да, мы-то с тобой сюда играем, только я не понимаю, это ты передо мной едешь или что? Да, это ты. Погнали. Да. Чувак, ну смотри, твои 4 тачки и в коллекции стоят 260 тысяч. А у меня просто. А, ну ты считай, вот ты больше сейчас типа зарабатываешь на 80 тысяч, чем если бы я зарабатывал. Ну да, нормально. Ну окей, давай посмотрим. 4 машины. 80 тысяч профита умножить на 4, получается 240. То есть я даже без бонуса получаю на 20 тысяч больше сейчас. Еще бонус сверху. Что-то бомбиться там. Ну я верю в вас. Блять, за нами погоня, за нами тупо погоня, пацаны. С моей удачей. Нет никакой погони, успокойся. Все есть. Нет, кого-то уебали. Пацанов не пугай. Да? Да. Да. Данил, он к тебе приближается, Данил, сбрось его, задоджи, постарайся его. А, блядь, точно. Ёбак. Старайся его задоджить. Блядь. Он тебя сейчас блядь. На такой... Сбрось бы резко скорость и просто пусть он тебя обгонит, потому что вот так вот он тебя сейчас наебнет. Чувак, ну не факт, я вроде... А, блядь. 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 Данил, лучше повреди машину, но он тут пытается взорвать нас. Лучше повреди машину, но не уничтожь его полностью. Я ушел. Только ты хуёв ушел. Антон, ну сейчас будет C4 кидать, осторожно. Возьми встречку. Нихуя! Ты убил кого-то? Бля, National fucking treasure. Да, у тебя прям одни герои. Да. Данил, догоняй. Нихуя, это просто было как форсажи, я ушел в сторону. А что происходило у вас наверху? Пацан убил его каким-то образом, Мэтт. Просто разъебал его. Правда, он, наверное, наверняка за его говномашину еще заплатил. Но я у него спрашивал. Как он это сделал? Я сам удивлен. Ну, наверное, гранату бросил или C4, я не знаю. Ну, я тоже, но там такая ситуация очень щепетильная была, что, во-первых, очень много машин вокруг. То есть, если ты пытаешься взорвать, можно... цепной реакции самого себя взорвать. Кстати, зацените, сколько Total Market Value. О, где-то я это слышал, Денис. Да, блядь, пожалуйста. Мы даже не сильно тачки повредили в этой заварушке. Ну да, кстати, могло быть гораздо хуже. 5000 это вообще не потеря. Меня, ну, кстати, просто ракеты в жопу летели одна за одной, а чувак красавчик. Серьезно, он ракетами эта хуйня умеет стрелять? Он ракетами стрелял, да. Но она походу не наводится, а просто вперед стреляет. Он такой рак, что да, он просто походу, я перед ним ехал, и он пытался не врезаться в меня или что, я не знаю. Он просто стрелял мне влево-вправо. Ну то есть типа вообще. Бля, пацаны, спасибо вам большое, что вы не засрали. Очень эпично получилось. Блять, там еще один пацан впереди белый, но он медленно едет и от нас. Я от страха аж сбросил немножко. От срака. Сбросил штанцы. От срака сбросил. Скорость. Бля, он развернулся. Да, возьмите он сейчас... за него залипает, успокойся. Бля, давайте объедем его, да. И все равно поехали туда. Но он в меню залипает. Вообще. Раз пока он не видит нихуя. И we are lads. Я выиграл. Да, всем спасибо, все молодцы. И пацан там решил развернуться за нами, красавчик. Не. Вау, мне дали 5500. Дополнительно, а так 50. Ну, 50 тысяч бонус, чувак, и по итогу 305 тысяч.
do for you. Okay, call me back once you decide. Что? Да. Что? 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 Баг, что-то пошло не так. Почему? Ну, типа, у меня на секунду потух экран, как будто ты закончил, но меня вернуло в это же самое меню, я сижу тут. Блять, что происходит? Блять, у меня игра залагала. Я тоже. Воу-воу, как весело. Нихуя это было прикольно. I don't need to tell you we got a lot riding. Баг, я не могу ехать. Сейчас лагает, я думаю. Сейчас лагает. Нет! Что происходит? И выйти я не могу. Блять. Ну, видимо, я вернусь через пару минут, чувак. Блять. Сейчас, секунду. Бай! Ладно, приглашай меня в Avenger, заебал. Опа. Да. Включить тебя. Опа, я оно тут. Давай включай. Да, ну сейчас пригласи меня. Свой... Пригласи меня, мы долетим туда, и там я все сделаю. Бля, ну мне нужно сюда. Сейчас пойду. Давай, давай, чувак, приглашай быстрее. Ебать, как это долго тут быстрее, мне кажется, доехал. Нет, вертолёте. Invite. Помощь. Все, пригласил. Возвращайся в кабину. Так, я выпрыгиваю сразу отсюда. Ты зашел? Тогда А, в натуре? Сбивать Авенджера, сбивать ебаного Делориана нужно, чувак. Лети за ним. Да я не смогу в него стрелять. Блять. Мне нужен баннер. А ты быстро влетел туда. Я лечу за тобой. Ну я хуй знает, что я могу сделать. Просто летай вокруг него, отвлекай его, да, чтобы он на тебя агрился. Не, не, не. Он умер. Лол? Как они его убили? А это не он. А их там двое, блядь. Они вдвоем. Ну чё ты? Нет, они меня сейчас собьют, скорее всего. Ну я их могу отвлекать. Илья! Блять, это ты, ёптвою мать. Блять, я их обоих убил. И ты меня наебнул. Отвлекай их. Я их обоих убил. Тебе надо будет сейчас... Улетай отсюда, улетай. Сейчас тебе надо будет пригласить меня в Avenger. А, нет, не, нет, не улетай, не улетай. Они еще груз даже не забрали. Пацан с грузом уехал. Теперь точно улетай. Или садись ко мне, мы сейчас в мою тачку сядем. Прыгивай. Спрыгивай, Илья, на меня на голову спрыгивай. Ебать, меня подбросило. Ты прикинь, это залупа залагала. Ух, я еще и выжил. Я тебя сейчас подберу. Так, где ты, примерно? Окей. Давай, пока я еду, быстро рокировки сделаем. Выйди из своего, своей CEO, а давай я свою создам, чтобы мы в мой этот клуб увезли эту хуйню.
не хочет тебя выпугивать. Поставь вейпоинт на него, потому что я, видишь, срезаю через пустыню. Блять. Блять, ну как ты жестко в меня на Авенджере влетел, чувак? Я в шоке, что ты еще не упогиб. Они на карту пали, но они достаточно далеко там в пустыне. Не, мне кажется, они сдались уже. Этот бой они проебали, я им это обещаю. Они сейчас не доедут. Очень, блять, сука, пожалуйста. Отлично. Очень удачно, что пацан поехал в город, потому что у нас сейчас будет быстрее, больше возможности довести сразу груз. Так я вот единственное не знаю, как нам нужно, нам по-любому не надо взрывать ебаный грузовик, в котором он сидит, нам нужно по-любому убить водителя. Потому что иначе мне кажется, он куда-то приехал. Да, он перестал приехал. Двигаться? Точно. Да, он приехал на там, где у тебя тачки продаются. Там, где тачки в Warehouse. Бать, как удобно. А тут сейчас балласы будут. Оставайся в турели, стреляй на всякий случай вот тут по всем. А это балласы, блядь. Стреляй по всем, убей всех. Не их, те, которые на улице, убей. Бляха. Мне нужно. Да, ты умер. Мне нужно, чтобы ты сейчас пересел сюда. Потому что это инсургент. Беги назад, не беги ко мне, беги назад по улице, я тебя там возьму. Беги сюда. И в обратную сторону. Ау. Бать, ты очень жесткий инсургент. Здесь. А теперь прикинь, весь сервер и все за этой хуйней начали охотиться. Опа, они за ней прилетели, Илья, они в воздухе, они сейчас будут нас бить. Ебать, они на Avenger, что ли? Они так больно стреляют, блядь. Блядь, они на базере или что это такое? Базер! Убей его! Проебали. Жестко. Я одного за рулем, который убил, другой пересел, козел. Вот сука. Good game. Они нас сейчас будут ждать там. Да, мы сейчас хуй выйдем, пошли рейвить. Бля, еще так долго ехать, пиздец. Угу. И быстро еще вернуться не сможем. А, надо быстро... Да, я... вызову где-нибудь, где-нибудь с крыши заберем его. Ну, если Денис продержится. Блять! Почему я так плох сегодня? Устал. Как ты мог устать? Ты же проснулся вроде бы недавно. О, видишь, убил. Красавчик. Не зря у Дениса ПД 1.5718. Не, ну не так много, у меня 1.3, мне кажется. Нет, 1.5, я сегодня видел. Серьезно? Да. Нихуя, да я жесткий. Да, да, ты оправдываешь твое КД. Или КД оправдывает тебя. Его эти бать, я его тут гоняю. Кот, сука, не лезь туда. Вот как надо, видишь, Денис? Нет. А Нику? Денися.
Кипися, ну он шутил, шел. Да, так что это работает. Конечно, Денис, ты поощряешь ее. Блять, закройте рот, я тут воюю, ну. Окей, окей, окей. Блять, я что-то так хуёв сегодня. Представь, что этот человек хочет обидеть твою кисю. Блять, фишка в том, что он тоже в меня нихуя не попадает, но я прям дно нахуй. Ну, видимо, еще днее. И это хорошо. Блять, здорово привез GPS, сука. Тут нет и съезда. Ебать, этот парень сам просто умирает. Да я в него попадаю. Я почему-то не могу его убить с одной пули, я в него один раз попадаю, он убегает за укрытие и убивает себя сам. Ну, that works. Так, я довез. Сейчас я вызываю вертик. Сейчас мне чуть-чуть осталось 900 метров. Я там далеко от тебя? Пока не вижу. Так. Ну, в принципе, не очень. Подберешь? Ну, когда уже с вертиком вернусь. Бля, Денис красавчик, вообще пиздец. Вот ты сейчас и сказал, никакая... и он побежал прям напрямик к этой хуйне. Пиздец, хуёв. Что-что-что, он побежал сразу, что? Ты давай едь быстрее. О. Я уже тебе даже больше скажу, я сейчас полечу. Блять, его так респает, что у него все лучше и лучше позиция на наш груз. Илья, стой там где-нибудь в открытой точке, чтобы я тебя быстро подобрал. И тогда, Денис, и отход наш прикроешь, да? Блять, я нахуй тут все уже накрыл. Семем. Я удивлен, как этот парень еще не устал. А вон. О, это было прикольно. Он мне КД помогает набить. Он явно устал, он начал в позменю уходить. Да, мы летим, Денис. Минута. Ой, он меня убил. Неплохо. 2-8. 2-9. Давай, Денис, 15. 15-3. Ау, очень больно. Очень больно он меня попал. Смотри, побыстрее, пожалуйста. Да, мы почти тут. Почти тут, Данчик. Приземляйся, спускайся и поднижи, Данил.
или нет, я хуй знает. Я достану на всякий случай флэйрган, если он будет стрелять на сакет. Давай. Опа, он такой. Да. Ух ты! Блять, почему флэйрган не достали? Илья. Переключал я на один. Дурак, блядь. Давайте о, быстрее. Но она нормально ясно, поэтому. Все, я уебал. Объедьте по левой стороне, не едьте по вот этой дороге, по которой вас будет вести GPS, он вас да, там убьет. Да. Я чуть-чуть объеду. Вдоль реки, вдоль озера. Сука, подонок, блядь. Чуть промазал. А почему пишется, что доставка только... А, нет, это свободный. Как вы узнали фишку, что флэйрган можно так использовать? Умные люди сказали. Не, не сказал. Денис, а как ты узнал? Умные люди сказали. Первый раз все пошел нахуй, блядь. Почему? Что все-таки значит доставка один? Сверху. Это русский, блядь, Иван глупый. Мне кажется, игра залагала, ты когда доставил один груз, тебе написали, что один груз доставлен. И она залагала таким образом. Фух, я сейчас со страхом открывал, я подумал, может быть, я сел, типа, не на тот байк. Данил такой паникер забавный. Я там бомбишь. Илюх, приди сюда. Бля, мужик, я отвожу тачку, сейчас подойди. Ёбки. Нахуй ты там это начал? Да потому что они вот эти фиолетовые пидорасы говноеды, и я с оранжевым их что-то нагибаю. А, да.
сука, он заебал так делать. Ёбок. Бать, он их унижает. Рыжий это. Да, пиздец, он на гидре это делает, они его вообще сбить не могут. Отец, он их там ебашит. 19 тысяч где-то. Ебать на пиздец, ты. Просто пиздец. Пацан нахуй просто. Блять, зверь. I don't wanna get on his bad side. Ну 600 метров, чувак, да, меня удивляет этой хуйней. Вот мы выше Авенджера уже. That took forever, though. Надо было тебя засечь, на какой высокий Avenger. Да, надо было. Ну, где-то 550-570, как-то так. Где он? Вон он, ёбок. А еще выше. Сейчас, наверное, будем выпрыгивать, чувак. Не забудь пользоваться L1 и R1, чтобы нормально поворачивать. Чё, прыгаем? Ну давай. Уи! Додо! Нет! Додо камнем пошел вниз. Ебать, Додо улетел. За него платить придется. Так, главное не андершут. Сука, он шатается влево-вправо, ёбок. О, тут уже тут. No way, we actually did it. Oh, жёсткая хуйня. Okay, so what do we do now? Вот, я тебе об этом говорил, но это был наш единственный парашют. И мы не можем вовнутрь залезть отсюда. А он гораздо меньше снаружи выглядит. Я не думаю, что да, в него инструмент поместился бы. Вот именно. Видишь, это реально... Бля, почему они не сделали здесь вход? Это реально работает как отдельный уровень просто. Но можно было, кстати, тебя видеть, если бы ты сейчас сидел в кабине. Давай пробьем наш путь в кабину. Я промазал его полоску, фюзеляж. Пацан. Ну да, я думаю, я бы так и сделал бы. The only thing we can do is jump в водичку. Are you sure about it? Недалеко до водички, на самом деле. Ну можешь убиться об лопасти, как бы, одну из двух. Блин, ну сейчас надо что-нибудь попробовать придумать. Даже просто опа. И мы одни на сервере. Блять. Может вертолет заказать? Я вот об этом сейчас думал. Не, он не сможет по-любому. О, чувак, я могу попробовать тебя прилететь забрать. Давай я пожертвую собой и попробую тебя прилететь забрать. Давай. Давай. Уи! Я выживу! Ебать! Ебать! Я выживу, я упаду в водичку, ты как персонаж мой не сгруппировался. Кстати, sorry, business battle has started. Вон можно на халяву, блять. Бля, нет, два игрока зашли, они сейчас заберут, чувак, отвечаю. Я хотел тебя подобрать и поехать за бизнес и хуйней. Ебать, you still going? I'm still fucking falling, dude. Мой персонаж уже, наверное, все завещания продумал. Бля, я не сильно глубоко приземлюсь. Блять, но это было не сильно глубоко просто. Сука. Жестко было.
Лол. Да я спущусь за тобой, не вижу. Сука, да вы нахуй издеваетесь? Да блять, господи. Сорян, чувак. Катастрофа, ебаный в рот. Я еще тороплюсь. Я надеюсь, у него много там. Потому что он богатенький буратино. Хотя у него только weed и cocaine. That's a bad sign. Oh no. That's bad sign. Вот. Я серьез. Я достаю флэрган, погоди. Блять. Блять, я промазал. Нет, оно не отвлекало его, пиздец. $10,000 DeLorean стоит. Fuck off. Он за мою тоже 10 тысяч заплатил. Забери меня, Илья. И ты не в ту сторону поехал. Раньше сказать, то прям чуть-чуть. Что, ты не в ту сторону поехал? Нет, то что я, что для тебя забрал, я еду за инсургентом. Да мне кажется, нет смысла, надо за ним гнаться. По нашим пацанам мы ему вообще не помогаем. Там еще на него напали, чувак. Плохо. Блять. Да? Думаешь, надо за ним? Да вообще прям? Нет смысла сейчас, ним. Да, го за ним. Давай, давай, сей. Мы долбоебы с тобой. Готов стрелять? Подожди, поближе к нему, поближе к нему. Красавчик. Лол. Красавчик. Запиши. Ну я, блин, мне нравится, что сервер дружный. Блять, надо моё по говно сейчас продать, чувак, пока сервер дружный. Где Мэтт? Где этот уёбок? О, зеленый напал на нашего друга. Это твой друг? Ну фиолетовый это я, с фиолетовыми типами в команде. Атлетик. Это страшная баба просто занимается такой хуйней. Они ливнули твои типы? Да нет. Чё ты ему написал? Ау. Ау! Да нет, ты же и в этой организации. А, подожди, тогда я сейчас еще, может, смогу подать. Это я тут поехал. Got his bitch ass. Зачем так делать? Не знаю, так получилось. У нас же был хороший сервер. What the fuck was that? What? Денчик. Блять, это был пиздец. Я врезался в столб так сильно, что у меня вертолет задымажился сразу до стадии дымления. И походу лампа фонарная застряла у меня в задней лопасти, что она сломалась и... Вау.
cover! Get in there! Asshole! Keep it up! You're about to become my favorite target. Бля, ты пацаны, что делать? Охуел. А так ты тоже там с ними, что ли? Да. Хули вы делали? Вы тоже эту хуйню, что ли, делали? Ну, какое-то ограбление какого-то этого. Так это бизнес, бизнес-баттл как раз. Нихуя, Илья, вот это мы так встретились на поле боя с тобой. Окей. What the fuck? Тут в пустыне просто... Так, бич. Well, damn you. What? What? Чувак, найди меня, найди меня. Ну, я вижу тебя, я вижу тебя. Приди ко мне. Бля, такая забавная хуйня. Бля, такая, сука, бесится. Чай, я рядом. Мне интересно, как я у тебя выглядеть буду. Зацени. Ну, у меня ничего нет. Я у тебя выгляжу обычно абсолютно? Да. У меня я застрял, он меня вылечил. У меня я застрял. Поезд! Look at this guy, he's determined. Да, знаешь, что самое обидное мне, что, наверное, за это дерьмо платить придется. О, не, no charge, very nice. Страховка for a reason. Бля, это было жестко. Поехали отсюда. Look at this lady. Fuck you, lady. Well, where are we going? Я вообще в другой банде, я должен, типа, как помогать. Ну, нормально, я буду шпионом. Бля, почему он сразу? Я убил жируху. Да, хуй бы с ним.